Добрый день, друзья! Находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Сегодня хочу к вашему вниманию представить жатка John Deere 2001 года выпуска. Ширина захвата 7 метров. Пройдемся по самой жатке. Смотрим. Жатка находится в хорошем техническом состоянии. Это вила. Ножи. Все комплектно. Состояние, напомню, хорошее. Под кожухом приводные валы. Только то, что есть нюанс, она переделывалась под наклонную камеру Дон 500. Сейчас данное пространство свободно, так что может быть адаптировано под любой зерноуборочный комбайн. Так, приводной вал, табличка. Ну, смотрим, да, по состоянию. Состояние отличное. Находится в данный момент на хранении. Кого заинтересовала данная жатка под John Deere, ширина захвата 7 метров. Но опять же напомню, что ее в данный момент можно адаптировать под любой зерноуборочный комбайн. Звоните, пишите, дадим более подробную информацию, поможем с приобретением.